Добрый день, дорогие друзья. С вами снова Докит, канал World of Games. Сегодня такая необычная у нас тема будет. Это как стать куратором в Steam игр. То есть вы будете курировать, ну, кто будет подписываться на вас, вы будете, как вам сказать, советовать игры, которые вы считаете, что в них стоит поиграть. Вот. Ну, что нам для этого надо? Для этого надо нам сначала создать группу. Ну, сейчас я не буду показывать, как это делать, создавать группу. Если надо кому-то, то я сделаю отдельное видео. Сейчас я только буду рассказывать, как же нам, ну, сделать так, чтобы мы были куратором. Ну, после того, как вы создали группу, вы переходите в свою группу, и здесь есть раздел «Кураторы». То есть, вот. Придумывайте ваш слоган, описание, то есть, как у вас будет называться группа. Вот, и что вы будете, то есть в описании. Ну, я написал игры, в которые стоит поиграть. Так, после чего, ребят, вам надо будет, так как начать писать обзоры вот здесь вот, да, вам сначала надо будет сделать что? Сделать сначала обзоры на какие-то игры. То есть мы переходим в профиль, переходим в обзоры. И вот здесь, ребят, вам надо будет сделать обзоры на ваши игры. Как это происходит? Так, сейчас. Вот, допустим, заходим опять в профиль. Зашли в профиль. Заходим в игры, которые у вас есть. И здесь мы видим, у вас есть обзор. То есть сначала вам надо сделать, ребят, 10 обзоров. То есть мы заходим в обзор и начинаем, ну, оставлять свой комментарий. То есть описывать, что вам нравится, ну, что-нибудь от себя. И делаем обзоры. После чего, как вы сделали 10 обзоров, после только этого мы, ребят, можем перейти в группы. То есть в нашу группу, в куратор. Вот, куратор Steam. Ну, вот тут описывается, будучи куратором Steam, вы можете писать для своих подписчиков обзор на игры и приложения, которые, по вашему мнению, будут им интересны. Вы также можете здесь дать ссылку на полезный обзор на своем сайте. То есть ссылку вы можете дать на YouTube видео, которое, если у вас есть канал под данную игру, вот смотрите. После чего, как мы оставили обзоры на 10 игр, еще раз давайте я вам покажу. Обзоры мы оставляем в профиле. Игры. Еще раз я показываю, чтобы, может быть, вы чуть-чуть, ну, кто-то, может быть, не понял. Вот здесь заходим в обзор и оставляем 10 обзоров ваших игр, которые у вас есть. После чего мы переходим в группы, переходим в кураторы. И после того, как мы, еще раз хочу напомнить, оставили обзоры, мы начинаем написать новый обзор. Давайте я вам покажу, написать новый обзор. Там пишите здесь... То есть вам уже будет она доступна, это после того, как вы сделали 10 обзор, будет доступно написать обзор в вашей группе. То есть вы, как получается, уже можете быть куратором и предлагать другим или советовать другим какую-то игру, которую вы считаете, что в нее стоит поиграть. Вот здесь вы пишете название игры, вот здесь вы пишете описание игры внизу, ниже. Здесь вы пишете либо положительные отзывы будете оставлять, либо отрицательные. Информацию, которая, то есть, содержит о этом продукте. Ну, вы можете написать, кто ее производит, то есть разработчик, и, в принципе, кратко, что это за игра. И дальше вы можете оставить ссылку на YouTube, где, допустим, есть ваш видеоролик про эту игру. То есть копируем ссылку в YouTube и ставим сюда. Ну, я, по крайней мере, не знаю, почему я копировал, вставлял, но пробовал переходить, но почему-то пока у меня не получается. Не знаю, почему пишет какую-то ошибку, то есть пересылает. Ну, не знаю. Может быть, что-то я неправильно, но по факту, да, вот здесь вот ссылочка, вы пишете, тут даже написано, ссылка на полный обзор не обязательно, но можете оставить, можете дать ссылку на свой обзор этой игры, то есть вы скопируете ссылку игры в YouTube и кидаете сюда. В принципе, это все, что я хотел сказать, кому было это интересно, что вот как вот стать куратором в Steam. То есть, если вам это понравилось или помогло, то я ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был Докит, канал World of Games. И, ребят, до новых встреч, всем пока!